Всем привет, ребята! Сегодня мы пришли на электричке. Какая электричка? Пойдем! Всем привет! Сегодня с Алисой мы идем фотографироваться с морскими котиками. Скорее усаживаемся в багги. Это морские львы. Смотрите. Вау. Мы сейчас смотрим на них из окна. Девочки стоят у нас на стульчике, смотрят. Потому что маленькие еще. Не достают они. Значит, так, меня зовут Юля. Да? Еще раз, это Дженна. Привет. Привет, Джена. Она с вами будет тоже, она будет больше концентрироваться на льве, а я буду больше с вами. Да, то есть никаких громких звуков, никаких непредсказуемых движений. Да, то есть мы не бегаем, не прыгаем, не кричим. Да? И все очень просто. Также просим вас не трогать ее голову. Так, дезинфекция. Как ее зовут? Дженга. Дженга. Значит, добро пожаловать. Сейчас мы будем, сейчас мы просто с ней чуть познакомимся, посмотрим, потом уже будем уже рядом с ней играться и так далее. Ее зовут Санга, да, можно ей помахать, она нас слышит, видит. Скажите привет. Привет. Также Санга, как морской лев, она умеет ходить. Конечно, все, грубо говоря, что-то ищет. Да, то есть у морских львов, у них, видите, тазобедренная кость, она вращается из стороны в сторону. Поэтому они могут ходить, могут бегать по земле. То есть они очень быстрые, как на земле, так и в воде. Тюлени так делать не умеют. Притвориться вот тюленем сейчас. Это Родж, наш маленький динозавр. Ой. Можно похлопать Сангу. Умничка. Она вот ляжет, комфортно приготовится, и мы к ней будем подходить. Пойдемте. Так, ты стой. Смотри, ложится. На колено. Как вам котик? Отлично. Классный, да, такой? Так лежит все смирно. Смотри сюда. А то нос потянет. Сейчас Алиса еще и за ручку подержится. Сандра. Другой ручкой бери, другой ручкой. И сестра. Алиса такая довольная. Ой, шмякает. Ой. Ну все, хватит там. Я же ревную.